И я разделила напополам ледовитый океан. Скажите, пожалуйста, пару слов о Елене. Пару слов. Она богиня. Она очень хороший человек, очень... Иногда с артистами очень тяжело работать, с ней работать очень легко, по крайней мере мне. О Елене говорить можно очень долго и на самом деле очень интересно. Это очень творческий человек, до мозга костей творческий человек, а с творческим человеком всегда и сложно, и очень интересно одновременно. Поэтому это отражается в ее творчестве, и каждый человек, я думаю, ощущает на себе, он находит частичку себя в ее творчестве, поэтому, соответственно, вот такая вот реакция у зрителя. И очень хочется, конечно, чтобы люди, хотя это и есть, они очень отвечают ей взаимностью, и вот эта энергетика, которую люди одаривают Лену, она своей, в ответ получает тоже положительные какие-то эмоции. Это очень здорово. Помоги, помоги, крылья падаю, показалось рядом. Давно вы увлекаетесь творчеством Елены? Да. Ну, относительно года три. А с чего началось это? С чего началось? Я услышала по радио ее песни и сразу влюбилась. На концерт сходила в феврале, она приезжала в Москву в театр эстрады. Была в таком просто вот, честно, под впечатлением. Купила все диски, купила все, что могла, и до сих пор заслушиваюсь. А чего вы ожидаете от сегодняшнего концерта? Знаете, даже если будет то, что было полгода назад, я все равно получу огромное удовольствие, потому что это... Я говорю, у меня даже вот слезы, я просто плакала, когда я слушала, потому что я могу советовать всем. То есть я как бы вот пропагандист ее творчества, я хорошо рассказываю всем, насколько мне нравится, насколько душевная женщина поет хорошо. Ну, в общем, честно. Матушки заплаканные глаза, узелочки завязанные слова. Голубей отпущу, с голубятами пысь, полетай, полетай, но только вернись. Напоите бы водой были бы цветы, пусть меня не поймут, но только не ты. Ты похожа на мать, что меня родила, черные юбки по дому, ты меня поела. А где вы берете вдохновение, вот когда пишете песни, откуда вы черпаете? Я ее ниоткуда не черпаю, считаю, что маломальский талантливый человек. Я себя считаю абсолютно точно талантливым человеком. То есть гений, не гений, это будут решать люди, история, время и тому подобное. Но то, что я талантливый, это абсолютно точно. Вдохновение человеку, его принято называть вдохновением. Бог захотел, песня сочинилась. Вот музыкантам, вот там больше, наверное, к музыкантам этот вопрос, вдохновение. Потому что вот им надо вдохновение, чтобы хорошо вжарить. Потому что это касается сочинительства. Сочинительство – это вот раз и текст, раз и мелодия. Да сам человек ничего не может. Расскажите мне сказки. Никогда в жизни не поверю. Все оттуда идет. Абсолютно точно. Потому что кому-то Бог открывает этот коридор, кому-то нет. Это нормально. Вот и все. Ты говоришь, Лена, будь проще. Ты говоришь, Лена, полегче. Но только во мне проблема, я путаю дни. И ночи, но только во мне проблема, я путаю в мир. И ночи, но за все тебе спасибо, да есть, есть. Так всего, но мне впереди забыла, а уходя, уходи, красиво, но мне впереди. Скажите, пожалуйста, пару слов о характере Елены. Я могу сказать одно, что Лена очень любит людей. Особенно из всех наших нынешних звезд. Поэтому мы и за это ее любим. Один концерт совершенно не похож на другой. За это, наверное, любит ее публика, за это мы ее любим и уважаем, и с большим удовольствием работаем с ней. Вот и все. Стоит чувак, играет. И в этот момент понимает, что он забыл. Он еще раз играет, потом еще раз, потом начинает с ума сходить, и вам в окно просто выбрасывается. Коли крикнешь, тайга на километры, звезда ей светит. Во время выступлений вы очень часто спускаетесь в зал. Зачем? Зачем я это делаю? Очень часто меня не устраивает звук на сцене, поэтому в зале всегда лучше настроено, я туда спускаюсь. Во-вторых, ну это уж шутки шутками, на самом деле, идешь в зал, потому что тебя туда тянет. Тянет, ну как вот...
такой же вопрос, то есть могу отвечать вопросами на вопрос. Почему вас тянет на пирожное вкусное? Ну, то есть тянет, потому что хоть, то есть какие чувства, вы же не анализируете мозгом, почему вы хотите взять это пирожное. Вы выберете, потому что ну вкусно. К людям поближе, потому что вот я умею, как, у меня вообще четвертой стены нет. То есть я вот с одной стороны училась в театральном институте, меня должны были научить, а вот никак не научили. У меня не существует четвертой стены. То есть у меня контакт очень быстрый, ну как-то вот. Ну, вот. И не надо плакать, надо просто бежать и хотя бы идти. Ну это будет больно, но это только началось. И рядом мое ключок. У нас мало времени, поговорим ни о чем. Это грустный рок. А чего вы ожидаете от этого концерта? Многого. Мне она, вот ее, как я даже не знаю, вот само поведение на сцене просто, ну, неповторимое, честное слово, ну, женщина изумительная. Какая ваша любимая песня? Моя любимая песня «Потолок, ледяной, дверь скрипучая», например, которую я сочиняю. Если говорить, ну, не совсем моя любимая песня. Если говорить о моей вот на данный момент любимой песне в моем творчестве, мне очень, я очень трепетно отношусь к песне «Города». То есть, наверное, они стоят, вот «Города» они. Эта песня стоит на первом месте. Это, безусловно, талантливый человек. И, что самое главное, человек искренний, человек, который не врет ни себе, ни людям. Этого человека окружают, и этот человек притягивает именно таких же хороших людей. Если вы посмотрите, ее окружают очень хорошие люди, да, которые рядом с ней, которые с ней работают, музыканты, которые с ней работают. Человек обладает способностью притягивать хороших людей. Я должна пройти как в наказание, но у меня есть дом, а у дома я, а у севера сиянье, но у меня есть дом, а у дома я, и у севера сиянье. Ну, мне приятно работать с Леной, потому что в любом случае, ну, приятно работать с человеком, с талантливым. У нее настолько проникновенно все. То есть она свою каждую песню ее как маленький спектакль. Она в каждую песню вот столько души вкладывает. Девочка смотрит на свою маму. Девочка хочет маму спросить. Она спросила глазами, как надо правильно жить. Сюда ты, сюда Руслана, сюда трогаешь.